Ну, давай, да. А чему дорожка? Меня зовут Александр, выйдите, примите меня заявление. Это они заявление так приняли, что ли? Ты только про заявление успел сказать, да? Да. Вот так вот в Москве принимают заявление. Капец, я вообще очарован. Очаровашки такие. Оба не пристегнутые. На мой вопрос, почему вы себе позволяете ездить не пристегнутыми? А? Сказал. Увидев камеру, говорю, примите заявление. Вот сейчас он, я так думаю, поехал. Это хороший друг, он скорее всего принимает. Тихо заявление. Чтобы никто не видел, да? Давай я позвоню 112. Здравствуйте. А это не эти жили? Нет. Это другие. Вы к нам? Здравствуйте. Не знаю. Здравствуйте, вас... только что здесь. Сотрудники ваши проезжали, хотел им заявление дать. Они, блин, стартанули с места какой-то, как бешеные. Ну, может, не их не земля просто. А я покажу, их не земля. У вас земля поделена, получается? Конечно, вся земля поделена. Сок земли. Уже в интернете это видео даже, смотрите. Нет, как интересно, вы сейчас примите мне заявление на них. На них? Да. Потом на себя. Потом на него. Без ремней, товарищ. Младший генерал без ремня, без съёбнутый не был. Я не буду писать, но это тоже бесполезно. Так, вот по драке сейчас покажу. Мы даже успели заснять. А, вот и драку показываешь? Не, это я показал, который отказал. Обращение, да, на драку потерял. Вот, или? Смотрите, вот здесь вот прям. Человек переходил дорогу, его чуть не сбили. Еще и побил его. Вот на Мерседес, видите? Короче, выходит. Это у нас одна запись, а есть другие камеры, мы снимем, где он его прям бьет. Вот человек ударил, видите? А когда было так? Ну вот так что? Ну как точно, долго когда ждали. Я позвонил, раз минут назад. До того, да. Видели, да? Хочется как бы найти его по-быстрому, чтобы, может, какой-то план перехватом. Да. Странно, товарищ. Ну какой-то неадекватный человек, чуть не сбил человека, да, и вышел еще сейчас ему по лицу дал. Выйдет. Смотрите, это уже лишение. Смотрите. Ну, вот да, это не лишение. Здесь нет. Не, почему трамвайный пути встречи? Трамвайный пути встречного направления, как? Не, что? На встречном трамвайне все встречи. Лишение, да. Вот. Такая беда тут на вашей земле. Очень плохо. Да. Ну что, жалоба, предложение. Первая жалоба. Я вас писать не буду, но сотрудник. Вы сами поедете. Нет, вы будете писать, я вам буду. Здесь возле суда чуть блогеры не понравились. Заявление пишется. Заявление пишется вами. А если вы хотите устно подать, то это нужно последовать с нами и устно подать его оперативному дежурству. А здесь я не могу это сделать? Я могу вас принять. Здесь вы? Своей рукой я не могу писать. Кто он такой сказал? Ну ладно, раз вы такой грамотный, ваше звание майор. Раз вы такой грамотный, тогда придется на вас написать. Может быть, все-таки вы передумаете. А если человек писать не может? Он гражданин Молдавии, поэтому я думаю, ему не надо писать. Переводчик. Выписать заявление. Он продиктовать что-то. Я продиктую вам. Вы обязаны принять меня в устном виде. А как вы запомните, как вы мне ответите, меня это уже не важно. Ну тогда давайте последуем с нами. Человек проявил свою гражданскую ответственность. Вот смотрите, я вижу, что человека избивают, я вам об этом говорю, я еще должен куда-то ехать. Затягивать время. Да, чтобы найти, то есть тратить преступник. Свое время. Нет, проблем нет, вам оплатят это. Они, наверное, вам хотят оплатить тогда. Такси, потом обратно и все такое. Да, конечно. Все, да. Если вы оплатите, тогда все, какие проблемы? Майор словом на ветер не кидает. Это. Да, министерство. Подождите, нет, майор сказал оплатить. Я обращаюсь в министерство. Вы что, представители министерства? Вы ехали на вызов? На драку. Они хочет.
Надо писать, чтобы... Так, ну так что, я надоело, насколько я понимаю, у вас проблема, да? Да. С подачей заявления, да? Вам, может, мои услуги понадобятся? Вы мне... У них денег много? Пойдем. Давайте познакомимся с моими сотрудниками. Там жетон просто не видно. Александр. Пошла консультация с генералом. Я сам тебе приносил целый мой номер. Там вот не видно, может быть, ознакомимся. Я вот с номером, с номерочками и нагрудным. Выходите. Сейчас он будет танцеваться перед... Странная связка, сержант и да. Майор, я как-то я помню. Сержант, за что майора-то к вам это, сослали? А кто водитель? Вы водитель? Конечно. Я думал, он еще... Я просто вдруг думал. Был прикольный. Да. А что не пристегиваетесь? Да, серьезно? Товарищ сержант, ну хватит врать-то. Ну мы все... Подождите. А почему вы позволили вашему пассажиру быть не пристегнутым? Был пристегнутый, когда подъезжали, отстегнулись. Но вы в движении. Быстрее среагировали. Вы подождите. В движении были не пристегнуты? Были. Когда вы двигались прямо, вы были не пристегнуты. За сколько метров до остановки вы пристегнулись? Вот примерно метров за 10. За 10 метров до того, как остановиться, вы отстегнулись, да? Как вы думаете, это... Чем вы руководствуетесь, когда вы отстегиваетесь? Ну, чтобы быстро выскочить из машины. Конечно. Чем? Руководство есть? Видим толпа людей. Неизвестно, стоит. На что ссылаетесь? Адрес нам дали. Драка. Еще неизвестно, чем. Я же позвонил. Ну, я же не знаю, кто из вас. Вы видели драку? Я же вам предоставил видео. Толпа мужчин. Ну да. Ну, что здесь происходит, неизвестно. Ну, подождите, едет толпа полицейских, бежать должен. Ну, вы же... Послушай, толпа мужчин. Я отдаю должное, ребят. Технично вышли с положения. Молодец. Да, лучше, чем остальные. Лучше, чем остальные. Не обманывает. Оправдав нет, он обманывает. Это, ну, в плане... Знаем, что обман... Вышел технично. Знаете почему? Понимаешь? Потому что мы вас сняли раньше. Позвать ребят, которые вас снимали, как вы подъехали. Хорошо, вы будете оспаривать? Я не буду оспаривать. Ну, вот и правильно. Позови, ребят, давай. Позови, кто снимался. Ну, хотите, позовем? Покажем кадр. Ради бога. Как вы ехали? Или вы признаетесь, и мы на вас ничего не... Кто это? Так а зачем практически? То есть вы уверены, что вы за 10 метров отстегнули ремень? Может быть, за 15. О. Может, за 15, да? Вы же понимаете, что у нас есть доказательства. Я же не могу. Вы заверили меня настолько раз. А вы сейчас отделаете? Давайте отделаем? Я адвокат. Вы же считаете, мы не подстегнули. Что, давайте найдите мужики, мне скажите, ребят, были неправы, больше не повторится. Правильно, мы же вам поверим. Да. Согласны? Я поверю. Больше не повторится, надеюсь? Конечно, и будете есть пристегнутые. Будем пристегиваться, в смысле, будем пристегнутыми приезжать прямо в самый эпицентр. Молодец, вот самый эпицентр. Вот с майором не надо брать пример. Да, не майор, надо. Майор сейчас будет перед, самое интересное, перед подчиненным. Вот самое интересное, что из-за этого майора вот этот бедный парень может пострадать. Скажите, а Журавлев сегодня на смене? Да. Новый командир роты. Здесь. Позвоните ему, скажите, от Дорогова привет. А дежурный кто? Сейчас. Фаворский. Кто? Фаворский. Я сегодня не знаю. А это он и нужен? Все было смешно, а я не знаю. Интересно. Да. Скажи, пусть скажешь, что Саша Дорогов здесь. Слушай, он примет заявление, сам приедет. Да, я думаю, кстати, да. Посмотри, вместо того, чтобы сейчас принимать заявление, а к вам переход, допустим, он советует, что делать. Да, он учит КОАП, учит закона полиции. Майор. Поэтому пускай как. Вы не с Романом разговариваете? Заявление писать. Подать заявление. Человек грамотный. Подать заявление писать. Я человек неграмотный. Что вы? Приспект или что? С кем? С Журавлевым вообще? Скажите Журавлеву мою фамилию, и он вам подскажет, как надо себя вести. Проблема с кем я общался. Проблемы те, что вы не хотите принять у меня заявление. Я хочу вас принять заявление, я вам предлагаю. Прошу вас, выдал бланк заявлению. А ты просто делай обращение, да и все. Пускай он же принимает, не отказался, так что сделаешь обращение и все, он пускай запоминает. Мы обращение сделали, мы приехали, все доложили, по телефону. Вот и все будет зарегистрировано. Естественно, зарегистрировано. Добрый город, как я не помню. Как безопасный город. Безопасный город. Не так. Только надо быстрее это сделать. Безопасный город. Все дома, сказать, все дома, которые там есть, все объекты, вообще вокруг этого места. Да, там всякие эти палатки, все это тоже. Все надо, вообще, по палаткам вообще пройти самим, они сливают сами. Есть, да? Прими сообщение, доложи дежурную. Зарегистрируйте в КУСП, да? Майора дают указания. Майора указания. Если он из метро выходил, то и камеры в метро тоже. А ты из метро выходил? Ну, технически.
Какой там номер? Надо отдать должности. А, они за тобой наршили, да? Это сержант. Ты знаешь, что будет не пойдем. Харитон, 105. Сейчас. Константин Роман. Смотри. Машина, Все, Паша, думаешь, от каких мегафонов? Все в порядке? Принимают заявление? Да. Черный маршрут. Что, принимается, да? Продолжи, уехал из Москвы с такими. Да не, пробки. Если у каждого пешехода будет втормаживаться и за ним ходом. Леш, что мне тебе обстоятельно докладывают? Заявление от гражданина. В устной форме. Устно заявляют, что... Что водитель с автомашиной черный Мерседес, марк черный Мерседес, вышел в телефон, Константин Роман. Из гражданина. Возле дома он переходил дорогу, у них произошел якобы конфликт, правильно я говорю? Да, да, да. Правильно. Вот. После этого он сел в автомобиль и скрылся. Проследовать с нами заявить от гражданина очевидно. Отказывается. Написать заявление, предложенное мною. Он отказывается. Вот в устной форме я тебе докладываю его заявление. Да ну. И да, чтобы ответили мне. Письменно вину. Данный номер спеши, да. Поскольку нас. Переполнился. Удостоверение у вас есть? Давайте. Я синдром генеральши. Это что? Золото, золото. Что случилось? Да нет. Просвет. У кого? И на шее то же самое. Мы порадуйся, я порадуюсь за ребята. Ну, устав же рекомендует, ну, что воздержаться. Ну воздержался. Ну, не воздержался. Да, дайте мне по... Чей телефон? Вот это прикол. Поменять телефон. Все, разбилось? А чей? Ой. Вот какой телефон у тебя крепкий, а? Да. Три майора роняли. Спасибо. А контакт? Это 50-й, кажется. У меня еще одно заявление. Она просто... Да. Товарищ майор, работает. Что значит поехал? Вот он вам какой-то. Ну, я слушаю вас. За то, что был не пристегнут по статье. Хорошо. Ну ладно, на передам в дежурную часть. Напишу письменно. Рапортом. А представьте, пожалуйста, чтобы я потом узнал, кому я подал заявление. Не, позначил потом. Скажите просто, не надо мне показывать удостоверение. Вы представитесь меня? Да я же вам представился. Кому? Когда вы представили? Ну человек не запомнил. Представьтесь, пожалуйста, как ваша фамилия? Вы мне не представляли? Так, дверь закройте, пожалуйста. Кто у меня принял заявление? Не, погодите, вы чего так сидите? Представьтесь, пожалуйста. Ну вы, товарищ сержант, представьтесь, мне не представляли. А? Булакин? Имя? А вы? Булакин. Булакин, а вы? Нормально так вообще. И опять не пристегнулся. Японский бог. Не пристегнулся, смотри. Ремень. Уже все, уже попал, майор. Молодежку придется продать теперь. Что за дичь вообще? Свет в парне включил. Я не понимаю, он видит кучу камер. Может быть доедем до дела, здесь вот вот. Подожди, есть поважнее дела, человек в больнице. Да. Ну что,